Ну а мы продолжаем наш разговор о летней моде и с радостью представляем вам тунику сафари. Она представлена в двух вариантах цвета. Такая вот леопард насыщенная, интересная, яркая, красивая. Посмотрите, какая прелесть, леопард. Хищная расцветка, но при этом очень интересная, элегантная. И у нас есть второй вариант, тоже леопард, но с цветами. Такой немножко более кокетливый вариант, менее агрессивный и более романтичный. Давайте рассмотрим подробнее каждую модель, потому что туника просто необычная, необычная очень многими свойствами. И давайте мы расскажем нашим зрителям. Да. Опять же, вернусь к тому маслу, которое я просто влюблена в эту ткань, вот в эти свойства этой ткани, насколько она умеет стройнить фигуру, насколько эта ткань облегчает, насколько она удобна, то есть в ней абсолютно дышит все тело, в ней не бывает жарко. То есть и закончу я говорить, потому что я могу говорить об этом бесконечно. Я хочу еще сказать о работе дизайнеров, об уникальной вещи, которые мы сегодня вам представляем. Это такая туника, которая сидит идеально на фигуре, хорошей длины почти до колен. То есть для женщины вот она подойдет идеально, сядет как на Олесю, так и на меня. При том, что если мы посмотрим, у нас здесь размер, насколько я помню, 48, да? То есть она и тебе будет хорошо, и мне будет хорошо. Но смотрите, здесь сделаны широкие рукава, да, вот я вставила руку. Я смотрю, вот. Это вот такая необычная летучая мышь. Я таких раньше вообще не видела, чтобы соединялась вот эта рукав. Рукава сшиты с самим как бы вот подол изделия точно так же пришит. И то, что он здесь зашит, здесь такая интересная вещь есть, я вам покажу. Получается, здесь есть карман. Вот это карман? Это карман. Обалдеть, то есть, смотрите. Даже никогда, то есть такой декоративный элемент, и когда он у нас используется еще и как карман. То есть вот посмотрите, вот раз я туда засунула руку. Вот. То есть получается, что вот вход в рукав, я показываю, вот он вход в рукав, и когда идет это ниже, я засовываю руку в карман. Ты представляешь? То есть туда можно сложить что-нибудь или просто греть руки? Наверное, если что-то очень тяжелое, это будет не совсем уместно, но вот какую-то денежку там свернуть, это как раз-таки очень даже актуально. Ну, я не знаю, там... Все что угодно можно положить в карман. Да. Но это интересная модель. На самом деле не была такая задумка у дизайнеров. У них изначально как бы предполагалось, что будет здесь разрез. Потом, когда смотрели конструкторы над тем, как это будет лучше выглядеть, эффектнее смотрится, когда здесь идет... летает ткань, поэтому было так сделано. Да. И я хочу еще сказать, что эта модель уникальна тем, что когда она садится, если мы посмотрим сейчас на саму модель, на плечи и показывает, именно подчеркивает плечи, потом она не спадает по груди, и дальше у нас, если вот ты обратишь внимание, посмотри, получается, что под грудью, под рукавами сделан такой вот немножко прогнутый эффект А. То есть кажется, что подчеркивает талию, при том, что это очень широкая туника. То есть это потрясающая вещь, которую можно, если у вас красивые ноги, или ну, вы можете себе позволить носить это просто с колготками, просто как бы с как шортиками. Платье, да, грубо платье, говоря? Да. То есть такая универсальная длина. При этом можно это одеть и с лосинами, и с брюками, и юбка-карандаш. То есть, ну и опять я повторюсь, что это будет только у вас, не будет ни у кого. Причем вторая наша расцветка, она, наверное, менее агрессивная. Здесь у нас получается, что тот же леопард, как бы вот это вот сафари, хищная расцветка, и тут у нас художественная роспись, похожа на ручную даже немножко, да, вот эта вот роспись, что переходит в цветы, в тропики ушли, очень, да, ушли красиво сочетается. Как будто, знаете, с одной стороны такая хищная женская душа, такая тигрово-леопардовая, а с другой романтично-нежно-цветочная, то есть такая двоякая. Я вот не знаю, видите ли вы, вот мне очень хотелось, чтобы вы поняли, какая это ткань, она гладкая, потом она тянется, что вот, опять же, вот я вернусь к маслу, вы посмотрите, как я могу ее растянуть, то есть она, посмотри, пожалуйста, вот, это просто огромные растяжения, причем во все стороны. Масло тем отличается, что оно тянется в любую сторону и всегда принимает свою форму. То есть всегда будет возвращаться именно в ту форму, какая была придумана изначально дизайнером. И сидеть эта туника, она будет просто идеально. То есть она будет гладко-гладко сидеть на фигуре и не спадать. То есть такими вот... Почему, собственно, масло? Потому что ткань обладает способностью как водопад, как масло стекать по фигуре, сидит идеально, то есть роскошно, я бы сказала, роскошно, при всем то, что еще и модель такая у нас. Еще да? хочу заметить, если вдруг вы находитесь в интересном положении, то вот такая блузка, туника будет скрывать вашу ситуацию, при этом подчеркивать вашу красивую талию и закрывать животик, так что, девушки, обратите внимание.
И у нас представлено два цвета. Как мы уже говорили, вы сможете выбрать только тот цвет, который вам нужен. Очень прекрасная туника, я бы с радостью себе приобрела. И вам тоже советую, тем более, что промо-цена 1790 рублей. Спешите, звоните и заказывайте по телефонам, которые видите на ваших экранах. Бесплатно звонки даже с мобильных, так что вы совершенно ничего не теряете. Мы желаем вам всегда быть неотразимой, красивой и элегантной. Оставайтесь с нами, мы вернемся очень скоро.